Всем привет! У нас сегодня 14 апреля. Вот такая вот погода. Вчера, позавчера было солнышко. Вот. И я решила немножко показать свой огород, своей работой. Вот я здесь обрезала малину. Вот смородина уже пустила листики. Вот. Вот здесь я пересадила, значит, золотистую смородину сюда. Вот еще не убрала весь огород. Вот здесь. Здесь у меня вылезли тюльпанчики. Еще я не почистила здесь мускари и нарциссы. Смородина уже вовсю раскрывается. В общем, вот у меня виноград, который я посадила прошлый год. Не знаю. Розы я обрезала уже. Вот. И хочу показать вот здесь цветы, которые я осенью выписала, купила и посадила. Посадила я их в ящик, чтобы не потерять. Ну, потом я их в землю высажу. Вот здесь у меня, значит, нарциссы, здесь тюльпаны и здесь и это гиацинты. Вот. В общем, работы много. Здесь вот прошлый год у меня рос чеснок, и я вот не весь выкопала. Вот у меня здесь чеснок вылез. Здесь я буду делать грядки. Собрала весь мусор огородный, но еще не весь. Вот, собираю вот так вот в грядке мусор. И здесь у меня кошки лазают. Здесь у меня вылез чеснок, который осенью сажали. Вот он. Вылез. Вот так вот растет. Потом вот это все почищу, уберу. Сюда вот навоз вываливали. Он еще целая куча. Все надо убирать. И вот здесь, я сюда, у нас здесь низко, и вода вот только подсохла. Снег тает, и у нас здесь очень мокрая вода. И вот я вот сюда все ветки сложила. И хочу, значит, петушок кричит. И хочу здесь землей засыпать, чтобы здесь было повыше. Вот мне еще вот здесь надо чистить. Вот черника вылезла. Немного клубнику тут почистила. Здесь я тоже обрезала вот малину. Она у меня вот стоит здесь. Вот. И значит клубника у меня здесь. Садовая земляника, не знаю как. В общем, я от усов ее не чистила. У меня вот тут были просто кустики посажены в прошлую весну. И, в общем, вот столько у меня усиков. Вот. Прям море, море, море. Ну, посмотрим. Я пока ничего не буду делать. Вот. Выдергивать пока не буду их. Посмотрим. Ну, и здесь начала я малину вырезать. Малина тоже уже открывает вот свои почки. Вот. В общем, надо поторопиться. У меня еще вот столько невырезанной малины. Я ее всегда вырезаю весной, потому что боюсь поломать. Я осенью, они еще такие слабенькие веточки, поэтому я боюсь их поломать и всегда обрезаю их весной. Вот уже вылезли флоксы. Я их огородила, чтобы мне их не затоптали. Вот только кучи у нас навоза. Еще там вывозить много. Не все грядки я еще убрала, потому что осенью я ничего не убирала. Вот. Работы очень много. Вот. И, в общем, вот этой грядки вообще у меня трава заросло все. Вот. Ну, на этом все. Всем пока-пока.